По законопроектам ОВНС и обновлениям в избирательный кодекс поступило уже более 130 предложений. Обсуждение продолжается, осталось 2 дня. До принятия документов важно получить обратную связь от разных слоев общества. Напомним, выборы в 2024 пройдут по новым правилам. Ознакомиться с изменениями можно на правовом форуме. В Беларуси снизился уровень безработицы. В сентябре количество занятых в экономике превысило 4 миллиона человек. Это 84% от всего числа трудоспособных. Самым популярным способом найти официальный заработок остаются интернет-площадки. Также устраиваются благодаря рекомендациям знакомых. В Могилевской области более 70% населения прошли первичный курс вакцинации от COVID-19. Это почти 700 тысяч человек. Особое внимание уделяется бустерной прививке. Такой укол в регионе сделали порядка 377 тысяч. Сейчас иммунизируют с 5 лет как в поликлиниках по месту жительства, так и в школах. 2 бобруйчанина сделали закладки свыше 500 грамм психотропных веществ. В ходе обыска квартиры, которые арендовали обвиняемые, обнаружены мефедрон и альфа-ПВП. Как оказалось, молодые люди в мае присоединились к группе лиц, которые распространяли запрещенные вещества через интернет. Бобруйчанка Ольга Ковалькова стала лучшим инспектором пропаганды МЧС Могилевской области. Каждый участник должен был презентовать проект, который поможет в обучении и напоминании о необходимости соблюдать правила безопасности, а также продемонстрировать профессиональные знания.